Дорогие зрители, предлагаю вам послушать петицию за выдвижение Павла Грудинина на должность премьер-министра Российской Федерации. Данную петицию подписали уже 37 497 людей. Цель 50 тысяч, после чего данная петиция будет отослана президенту Российской Федерации. Автор петиции Анатолий Карасев. Дорогие зрители, все ссылки на петицию будут под видео в описании. Внешняя политика, обороноспособность и геополитика, а также целостность государства, безусловно, являются важнейшими направлениями деятельности президента Российской Федерации. И упрекнуть в том, что работа в данных направлениях ведется действующим президентом Путиным, бездарно, очень сложно. Другое дело положение внутри нашей страны. К сожалению, показатели в таких сферах, как экономика, здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, доходы населения продолжают ухудшаться или оставаться в состоянии стагнации. Экономика и население страны с самыми богатыми природными ресурсами по определению не могут быть бедными. Резонно возникает вопрос о возможно нецелевом или неграмотном использовании самих ресурсов, доходов от них, их продаж и бюджета страны в целом. Действующий курс не работает. Жизненно необходимы реформы. Кабинет министров должен возглавить опытный хозяйственник, доказавший на деле свои способности, не популист. Должность председателя правительства должен занимать профессионал из народа. Предлагаю подписать петицию за назначение Павла Николаевича Грудинина на должность премьер-министра Российской Федерации. Возглавляемый Павлом Николаевичем Грудининым совхоз имени Ленина показывает нам, какой может стать Россия при управлении социально ориентируемого руководителя. Понятно, что одномоментно изменить все в лучшую сторону в такой большой стране невозможно. Но вспомним опыт наших дедов и родителей. Потеряв около 40 миллионов населения во время Второй мировой войны, разрушенная и изможденная страна и советский народ смогли в кратчайшие сроки стать лучше в мире и по многим показателям. Нам должно быть стыдно за то, что мы разрушили, за то, что не можем созидать и не созидаем, бездарно разбазаривая наши ресурсы. Прошу всех тех, кому дорога память о людях, отдавших жизнь и здоровье за наше будущее, и кому не все равно, в какой стране будут жить наши дети, подписать петицию за выдвижение Павла Николаевича Грудинина на должность премьер-министра Российской Федерации. Люди, снимайте розовые очки. Дайте Павлу Грудинину шанс сделать вашу же жизнь лучше. Подпишите петицию за Павла Грудинина. Дорогой зритель, подпишись, пожалуйста, на канал, если ты не подписан. Это можно сделать под видео, нажать кнопку «Подписаться». Также ты можешь оставить свое мнение под видео в комментариях. Желаю всем добра. Будьте немного терпимее друг к другу. Не оскорбляйте друг друга в комментариях. Имейте уважение ко всем. До скорой встречи!